Привет, меня зовут Владимир Калинин, я являюсь вице-президентом компании Multifinance. Я хотел бы поделиться своими открытиями, которые произошли со мной буквально вчера. Вот представь себе планету где-то далеко в космосе, которая очень сильно похожа на нашу, и люди на этой планете тоже очень сильно похожи на нас, на людей планеты Земля. Но они, в отличие от нас, сделали дополнительный шаг, как бы следующий шаг в своем развитии, в социальной жизни. И сейчас они практически достигли совершенства социального устройства своей жизни. Соответственно, каждый из них живет той жизнью, которой хочет, может работать в теплых климатических условиях, может себе позволить начинать работу там не в 8, не в 9 часов утра, даже не в 12, а в час дня. Перед работой делать пробежку по набережной океана, купаться в этом океане, есть свежие фрукты. Начинать работу в час дня, покупать себе прекрасный, полезный, вкусный обед. Практически где-то, примерно в переводе на наши деньги за 100 рублей. Вечером заниматься своими любимыми делами, встречаться с друзьями, ужинать, играть в какие-то игры, танцевать. Соответственно, так они живут. Для примера, чтобы вы понимали, сколько они зарабатывают, примерно это, если переводить опять же на наши рубли, это где-то порядка 200-250 тысяч рублей. Все они живут в своих домах собственных, некоторые из них, правда, арендуют жилье, но аренда не стоит очень много, примерно 5 тысяч, опять же, наших рублей в месяц. Есть такая планета. Представили, да? И вот сейчас я вам скажу такую новость, которая меня лично ошарашила. Недавно, буквально неделю назад, такую планету открыли американские, как они называются, те, кто исследует космос, не астронавты, а астрономы, да. Американские астрономы открыли именно такую планету, где жизнь похожа именно на нашу и протекает именно так, как я вам и сейчас и сказал. И следующая новость, тоже фантастическая, заключается в том, что они, эти люди, построили телепорт, некий телепорт, который соединяет их планету с нашей. Соответственно, вместо того, чтобы лететь к этой планете 150 миллионов световых лет, мы можем попасть на эту планету буквально за одну секунду. И третья новость, которая тоже кажется мне интересной и будет интересна для вас. Я сейчас нахожусь именно на этой планете. То есть я попал именно через этот телепорт на эту планету и нахожусь сейчас именно здесь. Как вы видите, она действительно похожа на нашу. Очень сильно напоминает Таиланд, если кто-то был. То есть люди достаточно приятные, улыбаются. Я, к сожалению, не знаю пока что их язык, но пока что они меня не съели и пока что очень дружественно ко мне относятся. Соответственно, буду исследовать эту планету и буду рассказывать вам о ней в следующих своих репортажах. Все, увидимся в следующий раз. Пока!